Вот так вот и копаешься. Ремонт часов для Семена Казанцева – это скорее хобби. В интернате для инвалидов и престарелых развлечений мало. Работа с часами позволяет скоротать время и приносит небольшие деньги на мелкие расходы. Заказов теперь совсем немного. Мобильные телефоны вытесняют механические часы. Мастерская обустроена прямо в комнате. Стол, над ним люминесцентная лампа, пинцет, отвертка и любовь к своему делу – вот все, что нужно часовщику. А золотые руки в этом случае не более чем метафора. Это хитрый глаз, лупа. Ну вот, пожалуйста. Что надо, взял, поставил. Отвертку в зубы беру. Вот, кручу туда-сюда. Все. Весь мой принцип. Семен Казанцев родился без рук и без ног, но жаловаться на судьбу не привык. Предпочитает заниматься делом и приносить пользу людям. Обслуживать себя самостоятельно научился с раннего детства. А вот непростое ремесло часовщика освоил после переезда в Минусинск в 75-м году. Интересно было, как они идут, принцип туда-сюда. Вначале завез будильник, сломал его, ось маятника, туда-сюда, вытачивал сам очень. Потом сюда переехал, тут уже знакомые. Сашка звали, был такой часовщик, инвалид тоже. С ним познакомился, вот он меня учил, показывал сюда, запчасти снабжал меня. За годы работы у часовых дел мастера появились и постоянные клиенты. Цена за ремонт символическая, качество высокое. Богатый опыт и профессионализм помогают исправить любую поломку. Ради интереса обратился, вот у меня наградные часы. Больше года не работали, никто не мог отремонтировать. Этот подарок дорогой для меня. И за один день человек отремонтировал. Вот идут, я очень благодарен. Привлекает к часовщику людей не только профессионализм, но и простые человеческие качества. Нередко клиенты становятся друзьями мастера. Очень светлый, очень интересный человек. У него вот есть тоже дружба с людьми из города. И он выезжает, они его берут с собой. Обыкновенно люди в городе берут его с собой на коляске, берут на природу куда-то отдыхать. И он легко находит общий язык как с детьми 6 лет, 7, так со старыми, с малыми. Легкий человек, добрый. Семен Казанцев уверен, ограниченные возможности здоровья совсем не приговор. Вести полноценную яркую жизнь, наполненную смыслом, любимым делом и дружеским общением, может каждый, несмотря ни на что. Артем Махальников, Станислав Беркий. Новости.